Встречайте, дамы и господа, еще один дуэт на сцене Дзинтари. Таисия Повали и Стас Михайлов. Цветы заберите. Спасибо. И вперед. Идешь направо, оборвется небом счастье, сотканная нить. Все, что было с нами, это не забава, это было наше время под названием жизнь. Это было наше время под названием жизнь. Отпусти, отпусти, небо плачет. Я теперь ухожу, это значит, не сумели мы с тобою счастье удержать. А на сердце опять злая вьюга. Не смогли уберечь мы друг друга. И из замкнутого круга нам не убежать. И из замкнутого круга нам не убежать. Знаю, что тебя теряю, но так будет даже лучше для нас двоих. Больше нету снега, больше нету света, больше нету блеска счастья в глазах твоих. Больше нету блеска счастья в глазах твоих. Отпусти, отпусти, небо плачет. Я теперь ухожу, это значит, не сумели мы с тобою счастье удержать. А на сердце опять злая вьюга. Не смогли уберечь мы друг друга. И из замкнутого круга нам не убежать. И из замкнутого круга нам не убежать. Отпусти, небо плачет. Я теперь ухожу, это значит, не сумели мы с тобою счастье удержать. А на сердце опять злая вьюга. Не смогли уберечь мы друг друга. И из замкнутого круга нам не убежать. И из замкнутого круга нам не убежать. Замкнутого круга нам не убежать. Стас Михайлов и Таисия Повали. Спасибо, родные. Спасибо, браво. Спасибо, любимая Юрмала. Спасибо. Счастья, Таисия. Всем добра, благополучия. Храни вас всех Бог. Таисия, Стас, еще одна группа. Группа «Поющие трусы» из Украины. Ждет, когда как же вы подойдете. Как она называется, Игорь? Называется? Повторите еще как раз. «Поющие трусы», Ксюша. Прекрасно. Вот группа из Украины «Поющие трусы» мечтает, когда же вы подойдете к этому чуду-дереву и сорвете замочек, в коем будет спрятан номер. Ну давай, Стас, давай. Я хочу, чтобы ты сорвал пожалуйста, сделайте. Замочек, а я назову номер. Пожалуйста, вот, кстати, посмотрите. Мы приветствуем, только если лицом, вы решите лицом, оставить лицом свои украшения на этом ну, вот дереве. Посмотрим, можете подержи. Это вполне сделать. Украшение, спасибо. Очень итак, красивое, да. Стас? Сейчас, я помогу вам, Стас. И все очень просто, вот. Ну что, номер 4? Номер 4! Хороший номер. «Поющие трусы» выступают на этом конкурсе под номером 4. Спасибо, спасибо. Спасибо, Стас, спасибо, Таисия. Спасибо. Браво. Ой,
Посмотрела я на часы Стаса Михайлова и поняла, что у него действительно много концертов, Игорь.